Что? Что? Ладно, спрошу по-другому. Ты вчера целовалась с бегим конем на пляже? Ты что, следила за мной? А, я могу все объяснить. Но только после того, как ты мне все объяснишь. А, да, я встречаюсь, как ты сказала, с бегим конем. И он из другого табуна. Дай угадаю, из табуна нашего врага? Но они нам не враги. Их табун ничего не сделал. Это наш табун решил нападать. То есть ты, получается... Да, я на их стороне. Ты должна пойти и сейчас же рассказать все своему отцу. Он позлится, позлится и простит тебя. Я тоже не в восторге от всего происходящего. Что? Ты с ума сошла? Слушай, лучше расскажи ему сама, чем он узнает сам. Представь, что будет. И то правда. Но я боюсь. Пойдем, поверь, так будет лучше. Господин, Эмбер хочет вам кое-что сказать. Я еще с самого начала... Нам нужно остановить эту войну. Я еще с самого начала была против нее. У нас огромные территории. Нам нужно не захватывать еще больше, а находить себе союзников. Это я помню, но что случилось сейчас? Я люблю их наследника. Что? Ты скрывала от меня такое? Ты все это время тайно встречалась с нашим врагом? Тем более с наследником. Вот где ты все это время пропадала. Ночами. Да как ты вообще смеешь после этого являться мне на глаза? Я думал, что мог доверять тебе. Да ты никогда мне не доверял. У тебя всегда на первом месте был мой любимый брат. Да ты обязана ему кланяться. Он твой будущий король. Папа. Папа, папа, вставай. О боже, врача, быстро. Ну что там? Я очень сожалею, но поднялось давление, сердце разорвалось от шока. Он мертв. Что? Нет, я не верю. Простите, госпожа, я пошлю весь на территории нашего табуна. Вы тоже можете уже возвращаться. Да, хорошо. Завтра отправимся в путь. Тихо, все будет хорошо. Не будет. Будет править мой сумасшедший брат. Госпожа. Господин, пришли грустные вести. Ваш отец, он... мертв. Да неужели? Что, правда? Господин, вы этому рады? А, что? Нет, конечно. Господин, когда пожелаете сделать коронацию? А, давайте сегодня вечером. Господин, может, какой-нибудь траур? Нет, зачем? Наступает новая эра. Начинаю править я. Ладно, как пожелаете. Я скажу, чтобы все готовились. Теперь я ваш новый король. А я говорила, он будет ужасным правителем. И ты оказалась права. Нужно собрать совет и свергнуть его с трона. Ну а кто будет править? Его сын еще слишком маленький. Да пусть Эмбер правит, она вроде как адекватная. Кобыла? Но это не по традициям. И что? Пришло время их поменять. Да, здравствуйте, мы из соседнего табуна. Сынок, ну что, ты готов? Да, но мне чуть-чуть страшно. Все будет хорошо, не волнуйся.
Пойдемте, нам уже пора. Так и соединились табуны двух бывших врагов. И появилось на земле равноправие.